С днем государственного флага жителей Северной Осетии поздравил глава республики Вячеслав Битаров. Он отметил, что почти три десятилетия триколор служит бессменным символом обновленной России, олицетворением нерушимого единства, дружбы и братства всех народов. Гордимся принадлежностью к великому государству, к его героической истории, где каждая страница – веха исключительно важных событий, прославленных имен, трудовых подвигов соотечественников. И подчеркнул, будем стремиться делать все, чтобы наша любимая страна процветала, укрепляла свои позиции сильного, мощного и авторитетного государства, чтобы каждый его гражданин чувствовал себя счастливым человеком и в любой точке мира мог с гордостью подчеркнуть «Я россиянин».